Ульяновец Гамзабек Шамхалов еще молодым парнем строил дорогу у села Утяшкино Сенгелеевского района. Спустя 40 лет мужчина вернулся на участок, но уже в качестве главного инженера. Автодорогу капитально ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Да, я ее строил еще молодым 40 с лишним лет тому назад. 40 лет тому назад, грубо говоря. Был тогда молодым, а сейчас уже из-за этого времени худо-бедно. Основном капитально ни разу не ремонтируют. Ремонтируют 4 километра автодороги Большие Ключищи – Сенгелей-Байдулино. Участок соединяет Сенгелеевский и Тирингульский районы, а также обеспечивает выход на федеральную трассу. Рабочие уже укладывают асфальтобетонный слой. Если все пойдет по плану, в субботу должны закончить укладку асфальтобетонной смеси на всем участке и приступить к отделке. Это обочины, укрепления, съезды, знаки, разметка. На участке работают 30 единиц техники, включая катки, асфальтоукладчик, грейдеры, экскаваторы и 40 рабочих. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.